Друзья, всем привет! И сегодня у нас на обзоре сварочный аппарат 2 в 1. Deco Power Eco Arc 160. 2 в 1 это значит, что помимо электродов электродуговой сваркой, у него есть функция Lift Tick. Это сварочный аппарат инверторного типа. Сейчас мы вскроем коробочку, пробежимся по комплектации, по техническим характеристикам и попробуем его в работе. Поехали! Ну и в этой коробочке, скорее всего, держак и массовый зажим. Горелки под тик-сварку тут точно не будет. Это просто как дополнительная функция. В основном этот аппарат я взял для того, чтобы у себя в частном дому что-то подварить электродом. Он небольшой, невесомый, недорогой, а отзывы о нем очень хорошие. По комплектации сам сварочный аппарат. Держатель для электродов. Кабель 2 метра, массовый зажим 2 метра кабель, сварочный щиток маска, молоточек скоросщеткой, вот такой вот ремешок для удобной транспортировки сварочного аппарата на плече и инструкция по эксплуатации. По комплектации к сварочному аппарату в принципе все. Сейчас мы подключим сразу же держатель для электродов. Массовый зажим, быстренько пробежимся по его техническим характеристикам, чтобы не затягивать видео, и перейдем к практике. Попробуем сварочный аппарат в работе. Технические характеристики. И начнем с размеров этого аппарата. По габаритам он очень компактный. Ширина аппарата 114 мм. Высота аппарата по верхним точкам 203 мм. И длина аппарата 302 мм. Вес аппарата в районе 5 кг. По паспорту 4,5 кг. Аппарат реально компактный. Сверху очень удобная ручка для переноса аппарата. Вид сзади. И тут все обычно. Кнопка включения-выключения аппарата, выход кабеля с вилкой для подключения аппарата в сеть 220 вольт и кулер охлаждения сварочного аппарата. С двух сторон аппарата имеется вот такая вот рифленка. Вентиляция. Когда сзади срабатывает кулер, он засасывает воздух, тем самым продувает плату и с двух боков выдувает. Таким образом охлаждается вся плата. Вид спереди. И здесь мы видим два байонета 15-х для подключения массового зажима и держателя для электродов. А также синергетический цифровой дисплей, потенциометр и две кнопки регулировки различных функций. Этот сварочный аппарат для электродуговой сваркой с синергетикой. Сейчас включим аппарат и посмотрим, что же у нас тут показывает на дисплее и какие функции имеются. Включив сварочный аппарат, кулер работает постоянно и он не отключается. Помимо, как я ранее говорил, он не только с боков продувается, но и также и спереди. Сразу же обратим внимание, аппарат работает от сети 220 вольт. Сейчас у нас стоит 156 ампер. То есть максимальный ток 160 ампер, максимальное сечение электрода. Также по функциям. Сейчас у нас стоит электродуговая сварка электродом ММА. Можем переключить Lift Tick. Но меня эта функция не интересует, поэтому переходим на ММА, электродуговая сварка, сварка электродом. При помощи вот этой кнопочки функции мы выбираем различные настройки под два режима, под режим сварки ММА и под режим сварки TIC-LIFT. В данном случае ММА, сварка электродами. Имеются такие функции: антизалипание, форсаж, дуги, горячий старт. И вот так вот эти функции перелистываются. Короче, сварочный аппарат маленький и удаленький. Сварочный аппарат Deco Power Eco Arc 160 подходит для сварки углеродистых сталей и обычных других сталей. По характеристикам в принципе все. Переходим к практике. Попробуем его в работе. Для проверки сделаем пару шовчиков на вот такой вот пластинке. Толщина ее 6 мм. Электрод обычный. Кусок целый не стал брать. МР3. Сделаем 2 шовчика. Так, обратите внимание, фирменные перчатки Deco Power.
по амперам 120 ампер. 120 ампер, диаметр электрода 3,2. У меня как раз 3,2 электрод. Делаем пробных два шовчика. Так, все функции нужные включил. Пробуем второй шовчик. Ну вот, обратим внимание, швы я зачистил. Первый шовчик я еще никаких функций не включал. А тут уже все функции включил. Антизалипание, горячий старт, форсаж дуги. Но, видать, по амперам очень много. 120 ампер это очень много. Давайте попробуем между ними сделать третий шовчик. На 85-90 ампер. Этим же электродом. Ну вот, уже намного лучше. Я не профессиональный сварщик, но при 90 ампер средний шовчик уже лучше. Варит мягко, не залипает. Ну, короче, мне очень понравилось. Друзья, вот такой вот коротенький видеообзор у нас сегодня получился. Подведем итоги. Компактный, легкий сварочный аппарат. Для бытовых нужд просто супер. Варит мягко, не залипает электрод, держит дугу хорошо. Но я, по правде сказать, уже отвык варить электродом, потому что варю полуавтоматом. Для бытовых нужд отличный сварочный аппарат. И кто захочет приобрести себе такой же сварочный аппарат, запомните. Deco Power Eco Arc 160. Ну а на сегодня у меня все, и надолго я с вами не прощаюсь. Всем до новых встреч.